Дети приехали отдыхать. Вот они увидели кору, выбирают кору. Из нее можно что-то делать, из этой коры. Берите сколько надо. Берите себе. Там будете вырезать с нее. Делать. Там большие есть. А там два дяди Вовы, наш и Гален Духин. Показывают что-то, как пилить, это все, косить, чтобы прокосить, пройти. Во, видишь, какую нашел? Да, берите, из нее можно посуду делать, что хочешь. Вот так.